будущее, о росте веры. Мы желаем стремиться к такой вере, дабы вся Библия... Эта молитва очень важна. И когда мы молимся и понимаем это, значит, мы молимся с верой. Мы помолимся за Данила. Бог Отец, мы благодарим. Мы благодарим за то, что у нас есть возможность молиться за нашего драгоценного братика Данила. Отдаем полностью дух, душу и тело, родителей, Бог Отец, все сферы жизни. Мы просим за его разум, мы просим за его чувства, мы просим за его помышления, желания, Бог Отец, все действия с малых лет. Мы приносим всем сердце, мы просим огонь Святого Духа. Мы помолимся вместе во имя нашего Господа Иисуса Христа с благодарностью. Аминь.